В начале данного видеоролика хочу вам предложить группу под названием «Продажа аккаунтов игр». В этой группе вы себе сможете купить аккаунт Майнкрафта или аккаунт Counter-Strike. Ну что ж, ссылочки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у Кента будет дуэль против ютубера под ником ШУМ. Ничего себе так, ты меня так сильно не пугай, братишка. Здравствуйте, добрый день, ничего себе. Добрый вечер, я диспетчер. Спокойной ночи, малыши. И Кент ПК сделал минус один. Вот так! Учитесь, пока Кент жив. Кстати, ребята, Шум тоже ютубер. Можете прийти и подписаться на его канал. Ссылочка будет в описании. Раунд номер два, поехали. Ничего себе, слушайте, он неплохо играет, я смотрю, да? Ой-ой-ой, ребят, как все опасно-то, так? Давайте перезарядочку, потому что битва очень напряженная. Все-таки это КВ 1 на 1. Играем, ребята, до 10 раундов. И надеюсь, удача будет на моей стороне. Приветик. Ничего себе, минус 2, о! А вы писали, что Кент нуб. Не тут-то было, ребята. Раунд номер 3. Здорово, Шум. Ну что так промахиваешься-то? Ой-ой-ой, ребят, как все сложно. Но Шум меня убил. Слушай, Шум, красавчик, неплохо играешь. Сделал минус один. Твой первый килл за сегодня, так сказать. Правда, мы до этого еще пробовали записать, но там немножко не вышло. Дратути, раунд номер 4. И Кент АПК готов всех нагибать. Приветик, Шум. Как дела, мой сладенький? Ты че меня убил-то? Нормально же общались. Так, все, ребят, я беру себе. Давайте себе тоже возьму R700. Не-не-не, я лучше себе возьму АК. Блин, ты не хотел брать это оружие? Ну, черт возьми, а что я себе хоть взял? Что это за пукалка? Я себе взял СКАР. О, нет, ну только нет, ну за что? Я же думал, что я себе взял снайперку. Вот, блин. Ничего себе! Ничего себе! Так, слушайте, довольно-таки неплохое оружие. И тем временем, ребята, счет 3-2. Нормально, нормально. Хорошо живем, хорошо играем. Осталось мне выиграть 7 раундов. И победа, ребята, на моей стороне. А ну, Шум, иди ко мне, мой сладенький. Да вы что, ребят, ху-ху. А, блин, я себе... А что это за оружие, подождите. А вот это у меня... А, вот это СКАР. А до этого у меня было какое-то другое оружие, да, как я понимаю? 3-3, неплохо, неплохо. Но я сейчас хочу поменять оружие, пожалуйста. Блин, я себе взял самое плохое оружие, которое только можно было взять. Вот это я нуб. Так, давайте сразу поменяю, я себе хочу АК. Так, где тут АК? Вот, АК-47, потому что это гораздо круче оружие, чем то, что у меня на данный момент. Так, ребят, надо перезарядочку. Так, just moment. Ты-ты-ты, ля-ля-ля-ля-ля-ля, я иду убивать Шума. Ух ты, Шум по мне попал, так. Это, ребята, было довольно-таки неприятно и больно. Ух ты, да вы что, я не ожидал, но я как-то его убил. Ничего себе, ничего себе. Вот это я раздал, да, неплохо, неплохо. Ничего себе, еще минус один. Ребята, честно говоря, я просто сам от себя удивляюсь, как я так хорошо играю. Серьезно, я просто в шоке. Как так можно играть? Блин, ребят, ну пожалуйста, поставьте лайк, там, напишите какой-то хороший комментарий, то, что я стал играть немножко лучше. Ну или не немножко, решать вам. Но, видать, Шуму, ребят, пришлось не сладко. Эй, Шум, ты где? Ага, дайте угадаю. Вот, ребят, смотрите, вот 100% у Шума есть снайперка. Он где-то там сидит и сейчас будет пытаться меня убить со снайперки. Я прав? А ну-ка. Да вы что? Вот это я Ванга, да, ребят? Ничего себе. Просто Ванга. И я все равно его как-то убил. Лол. Пожалуйста, ребята, напишите какой-то хороший комментарий, потому что у меня сейчас такое хорошее настроение. Вы бы знали. Так-так-так, ля-ля-ля-ля-ля-ля, Шум, приветик. Кент ПК идет тебя убивать. Ох, ты чё так? Ты чё так резко подошел-то? Ну мы же так не договаривались, мы же договорились, что ты будешь мне поддаваться. Ой, я это вслух сказал. Так, ладно, продолжаем дальше. Кент ПК берет дигл и сейчас будет всех рвать и метать. Ну как всех, точнее Шума. Ну Шум, иди ко мне, мы сладенький. Эй, подожди, молодой человек, не так быстро. Уху-ху. Кажись, Шум тоже разыгрался. И сейчас, ребята, будет очень плохо. Ну иди сюда, ну давай, давай, выбегай. Так,
Перезарядочка. И обратно, ребята, вперед в бой! Там все, надо, короче, брать АК и штурмовать. Не тут-то было! Я только взял АК, меня шум сразу убил. Это, ребята, нехорошо. Надо обратно шум убивать с дигла, потому что с диглом мне как-то больше всего везет. А вот АК это явно не мое оружие. Красные победили! Ха-ха! Лол! Слушай, это было рили очень забавно и очень весело, потому что мы убили друг друга. И лол, красные победили. Да, ребята, бывают в жизни такие приятные моменты. Кент АПК победил. Уи! Лол! 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 8-5. Ничего себе! Ничего себе! Вот будет знать, как кента на дуэль вызывать. Ну, это, ребят, шутки, на самом деле Шум это очень классный ютубер, я его уважаю, с ним прикольно общаться, с ним прикольно играть, у него прикольные видео, поэтому, ребята, можете перейти и подписаться. Здравствуйте. Здравствуйте, вы меня убили, надеюсь, вы меня убили случайно, потому что если специально, то я обижусь. Камбэчем, пишет Шум. Если он не поддавался до этого, то это, ребят, будет очень обидно, потому что, мало ли, знаете, вдруг он не поддавался и такой думает, ну, надо кента убить в последних двух раундах. Такс, такс. Так, его пока что тут нет. Прыжок! Нормально, хорошо идем. Берем в руки АК и сейчас будем его штурмовать. АК, пожалуйста, не подкачай! Блин! Блин, ну Шум, ну я просто поражаюсь, ты рили очень классно играешь, ты достойный противник, и если ты победишь, то, блин, это, это будет немножко обидно. Так, я себе хочу взять, давайте себе тоже возьму эту снайперку, потому что, как я понял, эта снайперка довольно-таки нагибаторская штука, поэтому тоже буду играть со снайперкой. Ух, мне прям страшно когда становится, когда захожу в эту коробку. Ох, да ты что? Да ты что? Как я это сделал? Вот это, конечно, кентуха дает. Но я просто сам от себя не ожидал. Как я это делаю? Ну, ребята, за это вы просто должны поставить лайк. Мне будет очень приятно. Ну что ж, а мы продолжаем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, тополя. У кента дигл в руке. И кента ПК готов всех нагибать. Но кента нагнули самого. Чё-то я, ребята, немножко расслабился, потому что уже смотрю, что счет 8-9. Все-таки смотрю счет в мою пользу. Но что-то, ребята, расслабляться нельзя. Надо играть по полной программе, потому что вы сами понимаете, что битва очень напряжена, и мне ни в коем случае нельзя проигрывать. Ништяк, пробежал, все хорошо, все просто шикарно, шикардос. Так, так, так. А, вон он там сидит, мой сладенький. Иди ко мне, мой пирожочек! Ничего себе, он по мне попал. Так, 50 хп. Так, надо что-то придумать. Может, мне снайперку взять? Блин, я никогда в жизни не стрелял с этого R700. Ладно, не буду его брать. Не буду испытывать судьбу, потому что битва очень напряженная. Так, главное, ребята, не залезть в яму, потому что яма запрещена правилами нашего дуэля, поэтому в яму ни в коем случае залезать мне нельзя. Давайте, знаете что, ладно, я тоже возьму эту снайперку, буду тоже сейчас пытаться нагнуть его как-то. Ох ты, вот он там сидит. Ничего себе, попал, попал! Вот это хорош! Кент, ну давай, давай, давай! Еще чуть-чуть! Как же все тяжко-то! Ай-яй-яй, ну иди ко мне! Уйдет перезарядка, блин, ребят, как не вовремя, короче, беру в руки дигл и вперед убивать, не может быть, не может быть, кент АПК сделал это. Ребята, это победа, я сам от себя не ожидал, как я это сделал, я не понимаю, но это, ребята, явно победа. Я Лорена выиграл в дуэли 8-5. Лол, что? Лол, что? Подождите, если он выиграл Лорена, то получается, играю лучше Лорена? Лол, что? То есть я топ-1 игрок Блэкстрайке? Да ну! Вы серьезно? Да ну! Как это возможно? Кажись, я, ребята, чего-то не понимаю. Пожалуйста, напишите в комментариях, что это такое? Если меня Лорен выиграл с счетом 10-1, а я выиграл Шума, который выиграл Лорена, что такое? Что такое?
Вообще, ребята, кажись, я чего-то не понимаю. Ладно, все, я думаю, что на этом моменте можно заканчивать. Большое вам всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока.